почему Дмитрий Маликов не уходит к молодой жене. Я удивляюсь нашим двойным стандартам. Ушел мужчина от старой жены к новой, плохой человек. Не уходит, значит, жена плохая, держит его чем-то или за что-то. Недавно вышло интервью Светланы Бондарчук с Читой Маликовых из «Аксон». Зрители разделились, одни умилялись, другие возмущались. Одни видели счастливую пару, другие – богатых и знаменитых, хвастающихся роскошью. Многие писали: «Елена из «Аксон» выглядит плохо, и Маликов может уйти к молодой певице». Но давайте разберемся. Елена старше Дмитрия на 7 лет. Ей 60, а он до сих пор с ней. Разве это преступление – выглядеть на свои годы? А может ли мужчина в 53 года влюбиться как мальчишка? И в 93 может. Но порядочный мужчина будет благодарен женщине, которая его поддержала, не бросила и не подвела.